Всем привет, продолжаем прохождение игры European War 5, играем мы в режим завоевания, играем за Китай, продолжаем строить здесь Китайскую империю, и потому что сегодня не успел это захватить город Мумбаи, и сейчас мы это сделаем. Продолжается у нас война со всеми, еще раз напомню. Да, уж помню такой город. Долго мы тогда с гуннами бодались. И даже упустили развитие персов. На этом фоне. Да уж, эти башни, конечно, помощнее. Это определенно. Ну все, проходим через эти башни, нам больше, в принципе, не помешает долго. Какой укрепленный город, однако. Все отлично, выбили мы отсюда персов. 125 энергии или металла дает нам этот город. Завершаем ход. И наблюдаем за другими игроками. Ну и даже снова поучаствуем в обороне города. Так, обходим эту баллисту. Эх, не дошел я. Машины броневика. Ну ладно, все равно измочили. Хуже, конечно, что когда персы будут действовать против нас генералами. Тут уже генерал у них на подходе, между прочим.
Завершаем ход. Усилим здесь артиллерию оборонительную. Так, сколько там у персов? Ой. Теперь у нас минус процент ХП у каждых юнитов. 25 городов у них. У нас 40. Ремняпль отбили. Еще одна атака идет. На Дели. Ну, видим, тут персам не на все денег хватает, либо у них здесь город не прокачанный, хотя что-то сомневаюсь. Положим их артиллерию. Ты все, еще одна так отбита. Так, готовим наступление на их столицу теперь. На Багдад. У нас уже доходов, кстати, почти 2000 за ход. Так, вполне себе нормально. Все, идем на Багдад. Ох ты, насколько уже укрепили они свою столицу-то. Сейчас долго придется нам взламывать эту оборону, столько башен. И как мы видим, прокачанные башенки. Здесь тоже оборону взломали. Все, все башни наконец-то уничтожили. Но теперь еще предстоит сражение с отрядами, обороняющими город.
пулеметчиков его уничтожили почти. Все-таки сложно, что? Во всех отношениях. Все, взяли мы столицу. И где у них теперь столица стала? На Будапеште. Ну, там тоже ненадолго. Качаем их же башню до последнего уже уровня. Так, сколько там Багдад приносит? 150 уже. Дохода, то есть у нас доход уже колоссальный еще должен быть. И, соответственно, персов мы этого дохода лишили. Так, ацтеки тут решились на... Давно не предпринимали атаку на этот город, чтобы отбить. Но сейчас решились. Нет, пожелаем, конечно, удачи в этом. Вот и все. Еще немного, 2000 у нас будет доходов. Так, качнем здесь башни. Тут вопрос того, насколько у них денег хватит город штурмовать свой. Так, пока еще хватает. Следующим ходом они еще могут атаковать. Нет, не стали атаковать. Так, немного у нас финансов минус на этом ходу. Тут персы Мумбаи пошли атаковать. Сейчас они будут 10 ходов так идти до сюда.
Давайте отдадим чуть назад. Так, пулеметчики у них только остались. Надо отойти нам немного назад, потому что сейчас они там так и будут стоять, нас расстреливать. Мы там что-то не пролезем никак. Все, отбили атаку. Ну, здесь артиллерии не хватает немного. Так, идем в Будапешт. Ой. Блин, рано я пошел, надо бы через ход пойти. Фактически, может, до Европы дошли?
Выбиваем себе. Какой обстрел страшный по нам ведется. У нас пушка всю стену уничтожила, считай. Так, все, теперь перс Вена столица стала. Так, а в Ростове. А вот тут не прокачан даже. Не очень богатый город, но ладно. Опять Гавайи атакуют, с ним как ацтеки не успокоятся. Это, видимо, уже последний тренбой. Больше мы не успеем. Все, за 2000 у нас перевалил уже доход. Ну, в общем-то, на этом заканчиваем на сегодня. Так, сколько получается? Сегодня мы взяли Мумбаи, Багдад и Будапешт. Ну, опять 3 города. Что у нас получается? 42 города у нас сейчас под контролем. У персов осталось 22. У Рима 13 всего, у инков 9, у Англии 8, у ацтеков 8, у Анкора по-прежнему 1 город. Такая одна ситуация политическая. Далеко мы тут размахнулись уже своими границами. Ну, всем пока.